В зале районной администрации прошло рабочее совещание. О изменениях в работе скорой медицинской помощи рассказал главный врач Северской центральной районной больницы Манолий Сананников. Теперь пациенты с подозрением на инсульт будут сразу же направляться во вторую краевую больницу. До этого скорая доставляла больного в Северскую, где ему делали томографию мозга. Только после этого принималось решение о транспортировке в Краснодар. Планируется, что весь перечень диагностических мероприятий будет проводиться во второй краевой. Такая же система работы предусмотрена и в отношении пациентов с подозрением на инфаркт. Далее на совещании рассмотрели вопросы о проведении ремонта в многоквартирных жилых домах, о замене 5% сетей водопроводно-канализационного хозяйства. В завершение встречи о наведении санитарного порядка в поселениях доложили главы Калужского, Новодмитриевского, Григорьевского и Смоленского поселения. В лесу на окраине станицы Азовской на месте природного целебного источника стоит часовня-памятник в честь святого великого князя Александра Невского и память погибших воинов-героев России в Чеченской республике. Здесь же построены две купели. В закрытый купелик вода из родника по трубам попадает в небольшой бассейн и все время обновляется. На возвышенности установили 4-метровый крест, чтобы родник брал свое начало от креста, и вода оттуда текла уже освещенная. В редакцию телерадиокомпании «Атаман» обратились жители района с просьбой ответить, почему одна из купель стоит закрытой и недоступна для верующих. Батюшка, мы разговаривали о том, что и часовня должна быть открыта, и купель казачья, которая она действует, открыта. Но для этого нужно держать здесь человека, которому нужно, как и всем людям, платить заработную плату. Поэтому, будем говорить, такой возможности сейчас у церкви нет. Приход у нас маленький, небогатый. Здесь проводятся молебны по праздникам, открывается часовня, открывается купель. Что касается купели, ни одна купель не должна открыта быть без присмотра. Мы один раз оставили, и приехали несколько человек и просто устроили там бассейн. Мы не хотим, чтобы оскверняли эту купель. Поэтому, если есть такие люди, которые хотят, чтобы она была открыта, обратитесь к отцу Александру. Вместе с ним организуйте дежурство. Мы с удовольствием откроем ее, чтобы именно там купались. Не купались, это не баня, а там, чтобы проходило священное действие, которое положено в этой купели. Чтобы человек, прежде чем туда окунуться, он перекрестил свой лоб и знал, зачем он туда окунается. Для себя не оставляйте здесь кучу мусора, потому что, опять же, идут эти бабушки церковные или администрация и собирает это все. Во-вторых, если хотите с чем-то помочь, обратитесь, мы рады помощь принять. И это не Азовского поселения часовня, это часовня епархии. И администрация сюда никаких денег не вкладывала, только свою душу и рабочую силу. Желающих окунуться в купель много. И пока нет возможности держать ее постоянно открытой, местные жители обращаются за ключами к отцу Александру. Бываем здесь очень часто приходим, здесь окунаемся. Место святое. Верим, что исцеляемся Господом даже через этот источник. Также ниже от купели в реке находится другой родник, который был основан, по словам местных жителей, самым первым. Здесь вода немного солонее, нежели в первом, поэтому именно из-за вкуса воды родник назвали соленым. Сегодня соленый считается визитной карточкой не только станицы Азовской, но и нашего района. И каждый желающий может прийти сюда, помолиться, набрать воды, искупаться в купели или просто отдохнуть в тишине живописного места и обрести душевный покой. 8 июля православные христиане всего мира почитают святых Петра и Февронии Муромских, покровителей семейных ценностей. Это один из наиболее почитаемых праздников – День любви, семьи и верности. Отметили его и в нашем районе. В Северском парке перед станичниками выступили участники литературного клуба «Нам года, не беда», а со сцены звучали всеми любимые народные песни о семье и любви. Не остались без внимания и самые маленькие посетители. Их развлекали всевозможными играми и викторинами. Гостей парка ожидала выставка декоративно-прикладного искусства. Здесь же работала и фотозона, где каждый желающий мог запечатлеть себя символом праздника – ромашкой. Этот праздник это нужен всегда, потому что сейчас многие семьи разводятся. А вот это вот показательный праздник, они пускай показывают молодежи, как правильно жить, как правильно с супругами жить, заводить семью, детей, и чтобы в будущем всегда наша страна крепла. Мы с женой прожили почти что 48 лет прожили. Еще 2 года и будет юбилей. Так что приходите в гости. Я считаю, что День семьи, любви и верности – это, наверное, самый один из лучших праздников, которые могли бы придумать вообще в нашей стране. И он сплочает, объединяет семьи. Всем сразу хочется подарить тепла, да, побольше близким, любви.
сразу думаешь, ну, праздник, надо обязательно что-нибудь приятное сделать близким. Ну, да. Самый хороший праздник, наверное. Я хочу поздравить всех с праздником, чтобы у всех были благополучные семьи, была радость, доверие, не знаю, вот любовь, уважение. Любите друг друга, и у вас будет все только-только самое замечательное. День памяти святых Петра и Февронии Муромских – праздник, напоминающий о главном в жизни каждого человека. Проходят века, но такие ценности, как семья, любовь и уважение к близким, остаются вечными. Поселок Афипский отметил День семьи, любви и верности 5-м юбилейным парадом колясок. Парад-конкурс стартовал на площади Дома культуры. Со своими мамами и папами участвовали в параде-конкурсе и маленькие пассажиры. Родители постарались и не пожалели времени, сил и фантазии для превращения колясок и детских велосипедов, своих карапузов в настоящие произведения искусства. Поздравил и открыл мероприятие заместитель главы администрации Афипского поселения Виталий Разумец. Этот праздник сегодня для нас молодой, но он уже прочно входит, потому что семья для нас – это основополагающее. Хочу пожелать вам, вашим семьям, мира, добра, счастья и благополучия. Каждая семья старалась подобрать для себя самый неповторимый образ. Здесь и пиратский корабль, и белоснежка, и даже коляска в форме печки. Дефиле колясок сопровождалось песнями, танцами и стихами. Очередовались конкурсные номера выступлениями творческих коллективов и исполнителей Афипского поселения. Здесь же жители познакомились с выставкой художественных работ ребят из местной детской школы искусств. Но есть такие дома волшебные, особо важные для людей, где побывали мы все, наверное, где получают отцы детей. Там на всю жизнь называют Вера или Марина. И потому в жизни самый первый и самый главный родильный дом. Подводя итоги этого необычного и очень интересного конкурса, первое место отдали семье Самургановых. Почетное второе место заняла семья Тимовских. Их семейный артистизм и великолепный танец никого не оставили равнодушным. Третье место досталось поющей семье Головко. Но и всех без исключения участников творческого конкурса наградили грамотами и призами. Стоит отметить и награждение Евгении Тимовской, одной из победительниц конкурса. Ее наградили медалью за вклад в развитие Афипского городского поселения.